Всем привет, ребята! Я очень рада, что вы ко мне опять заглянули. Я снова вас приветствую на своем канале. Меня зовут Лена. Я здесь рассказываю про парфюмерию, про ароматики, которые у меня есть, которые у меня были, которые у меня появляются в коллекции. И сегодня я вам хочу рассказать об ароматах, бренды которых у меня никогда не было. То есть, вернее, один бренд, это Giorgio Armani. Сегодня буду рассказывать Giorgio Armani и Dolce & Gabbana у меня. Giorgio Armani у меня когда-то в юности был Armani Кот. Вот. И когда я подошла в магазин, я хотела что-нибудь от этих брендов, потому что, ну, а Dolce & Gabbana у меня точно ничего никогда не было. И когда я подошла в магазине к Armani, я хотела почему-то вот именно задублить себе Armani Code, что-то мне как-то, знаете, воспоминания из юности, что ли, мне навеивало вот мою покупку. Но когда я подошла и протестировала его вот вновь, вы знаете, блин, мне он вообще чего-то не... Вот сейчас не зашел. Он мне показался каким-то минорным, каким-то мрачным, каким-то хмурым. Поэтому я пошла дальше по полкам Armani и наткнулась, ребят, на вот такого красавчика. Посмотрите. Это у меня In Low White. Я взяла себе 30-ку. Ребят, но он мне такой красивым показался, этот пупсик. Таким здоровским, таким прикольным. Ну, скажите, пупсик и пупсик. Красота, красота. Помню, кстати, еще у мужа, по-моему, давным-давно был тоже Armani Code, но там вообще ничего примечательного не было. Я говорю, и в этот раз меня совершенно-совершенно оттолкнул этот аромат, и я не решилась взять. Зато этот пупсик, ребята, как он мне поднял настроение. Боже мой, это вот, знаете, это ягоды и фрукты, вишня, малинка, ваниль. Такой, вы знаете, вот он такой летящий, вот он такой звонкий, вот он такой... Вот правда, он мне сразу поднял настроение. И знаете, я долго его вот прям не разнашивала, я прям походила вот немножко по магазину, на руке он у меня был. И я вот все хожу, а он все отшлифит. И я прям думаю, ну нет, ну эту прелесть. Я говорю, солнечно, такой прекрасный, он такой классный, поднимает настроение. Вот действительно, после Armani Code я просто сразу же воодушевилась, думаю, ну прелесть, прелесть. Причем была там хорошая цена на 30-ку. И вот я ни капли не разочаровалась. Я разнашивала, выходила, то есть уже там, да, вот потом поносила маленько. Ну, при моей коллекции это вообще, в принципе, достаточно. Вот милый, милый, прелестный, ничего в нем отталкивающего нет. Знаете, даже как будто там немножечко пачули потом в базе. То есть он не простачок, вы знаете, не листочки-лепесточки, а вот прям такой вот он, вроде бы ягодный, летящий, искрящийся. Но вот он такой, знаете, настойчивый. Он такой шлейфовый оказался. Он такой стойкий оказался. Чуть-чуть даже розочки я там ощущаю. Ну, в общем, вы знаете, такой он классный, прелестный. При всем при этом, при всех своих технических характеристиках, никому он не помешает, никого он не задушит, никому он... Я говорю, и в офис, и куда-то на прогулку, и просто навстречу там сходить, даже на вечеринку. В принципе, везде вот он зайдет. In Low White You, Giorgio Armani, ребята, просто прелестно. Я говорю, вот вишня, малина, роза, слегка вот эта вот почульность мне идет. Прелесть, такой классный, такой здоровский, такой прям прелесть, прелесть, прелесть. Ребята, Dolce & Gabbana. Знаете, даже в молодости, даже в юности у меня никогда, все же болели Dolce & Gabbana Light Blue.
Ребят, у меня не было этой болезни. Вместо Дольче Габбаны у меня был Леопард Кензо. То есть я угорала по Кензо. И это прошло, извините, уже лет 20. Леопард Кензо у меня есть, я его иногда надеваю. И тут я решилась заказать эту прелесть, почитав про него, послушав видеообзоры на него. Я решилась, ой, какое он, говорю, какое распыление шикарное вообще. Да и сам флакон, знаете, и вот эта вот крышка, как она, знаете, так вот мягенько снимается, одевается, жидкость. Я говорю, весь флакон, мне нравятся вот такие вот тоже лаконичные формы. Просто вот он, прелесть, прелесть. Ребят, ну вот это такие реалистичные персики. Господи. Вы знаете, я вот, у меня есть обзор на ароматы Новой Зари. И я люблю от Новой Зари Лабель де Руси. Там тоже персики. И здесь я полюбила тоже ноту персиков в ароматах. И здесь, вы знаете, эта нота персиков просто, просто прекрасная. Конечно, какие-то цветы тут примешиваются. Вот знаете, вот он нежный, вот он легкий, вот он степенный, вот он благородный. Вот, я не знаю, спокойный. И в то же время он очень шлейф, он очень комплиментарный. Целый день я его на себе слышу, эти прекрасные-прекрасные персики. Вот, знаете, слегка потом припудривается вот он мускусом. И немного сложности придает ему вот амбра и ветивер. Поэтому он не просто такой, знаете, легкачок, персики. Нет, он очень такой вдумчивый. Вот очень такой, я вот и говорю, женственный, степенный, благородный. То есть вот просто классный. Вот просто. Я действительно, ребят, почему дальше, ну, я не подходила к Дольче Габбана. Почему-то я говорю, у меня все ассоциации Light Blue. Дольче Габбана значит Light Blue. Нет, девочки, мальчики. Такой он красивый, такой он прелестный. Причем я, когда брала его, я еще затестила Дольче Габбана. Это The One. А там есть Only One. Ой, там тоже такая вкуснятина. Там, по-моему, какие-то карамельно-шоколадные, клубничные ноты. Ну, тот я потом поставила на потом. Может быть, он у меня потом появится. Но пока вот эти прелестные, шикардосные персики, немножко вот амбры с ветивером. Господи, какая, ребята, мягкость во флаконе, прелесть во флаконе, женственность. Я не знаю, вот я говорю, вот он степенный, вот умиротворяющий. Такой вот он. И знаете, сегодня я в нем, я целый день взмах руки. Ай, персики, взмах руки, персики. Боже, ребята, золото во флакончике, прелесть во флакончике, а на полочке какая красота, какая красота. Смотрите, сколько я его тоже уже отпила. Вот этого я взяла соточку, на соточку были прекрасные скидочки. Так что, ребята, присмотритесь, присмотритесь. Кто никогда не подходил ни к Армани, ни к Дольче Габбана, подойдите. Может быть, и вы выберете для себя свой аромат. Я говорю, я вообще мимо этих брендов ходила. Так же, как, знаете, у меня Герлен никогда не было. Никогда не подходила Герлен эти платьишки. Ну, что там в этих платьишках? А платье появилось у меня, и разнашиваю еще другие платьишки. Очень достойные ароматы. Так и здесь, ребята. Emporio Armani in Low White You. Dolce Gabbana The One. Прелесть, прелесть. Очень вам советую. Присмотритесь к малышам, к бальчишам. Такие вот еще ароматики пополнили мою коллекцию.
Очень довольна я своими приобретениями, чего советую и желаю вам. Всего вам самого хорошего, вкусных вам парфюмок. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы мои видео все быстрее и быстрее приходили к вам. Поставьте мне пальчики вверх, я буду очень рада. Поставите вниз, я тоже буду рада. Напишите мне, есть ли у вас эти ароматики, или, может быть, другие ароматы этого бренда вы для себя облюбовали, как вы к ним относитесь. На этом у меня все. Всем пока-пока. Всего вам самого хорошего.